Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Начинаем третий концерт 32-го международного фестиваля «Баян и баянисты». Перед началом концерта убедительная просьба перевести в беззвучный режим средства мобильной связи и на протяжении всего концерта оставаться в средствах индивидуальной защиты. Сегодня в программе музыка российских композиторов для баяна. В первом отделении прозвучат мировые премьеры. Михаил Бронер. «Страсти по Шагалу». Большая соната для баяна в трех частях. «Во все мои дни», «Почему», «Голоса моих картин». Исполняет лауреат международных конкурсов Иосиф Пуриц.
Александр Чайковский. Соната для баяна. Исполняет народный артист России Фридрих Липс. Thank you.
Татьяна Сергеева. Концерт для баяна и струнных. Версия для баяна и фортепиано. Исполняют лауреат международных конкурсов Семен Шмельков, баян, и Татьяна Сергеева, фортепиано.
Thank you.
сегодня день премьер, видите. Сейчас только что прозвучал концерт, который Татьяна Павловна Сергеева написала специально для 7-го международного конкурса баянистов и аккордеонистов. И партитура есть, и голоса есть. К сожалению, вот видите, нам в онлайн-режиме сыграть с оркестром как-то не очень было сподручно, и мы решили вот эту премьеру вынести сегодня сюда. А в знак благодарности Татьяне Павловне за то, что она в течение стольких лет для баяна написала целый ряд сочинений. Кстати, все сочинения называются названиями цветов. Жасмин, амариллис, ночные цветы, темная роза. Ну вот этот концерт не имеет названия, но тем не менее он тоже такой весь яркий, цветочный, да? Мы с удовольствием вручаем Татьяне Павловне наш Оскар, это баянный Оскар. Причем его дает не президент и не правительство, а его дают коллеги, которые оценили ваш талант. Мы вам вручаем за заслуги в военном искусстве серебряный диск. Завершилось первое отделение концерта. Объявляется антракт 10 минут. Второе отделение концерта посвящено 75-летнему юбилею заслуженного деятеля искусств России, композитора Александра Журбина. Александр Борисович не смог сегодня присутствовать на сегодняшнем концерте и записал видео приветствия. Просьба обратить ваше внимание на экран. Дорогие друзья, я очень рад возможности хотя бы таким образом передать свое приветствие и мои лучшие пожелания всем тем, кто сегодня в зале, всем тем, кто сегодня пришел на концерт баянной музыки и исполнителей на баяне. Я очень рад, что сегодня прозвучат мои произведения для баяна. Я действительно очень много написал для баяна, и причиной этому прежде всего был человек, с которым я дружу уже много-много лет, и этого человека зовут Фридрих Робертович Липс. И он, собственно, организатор этого фестиваля, он организатор этого концерта, и я ему за это очень благодарен. Действительно, моя музыка для баяна звучит повсеместно и во всей России, и за рубежом, и я иногда встречаю людей, которые играли мою музыку, и они даже не подозревали, что я все еще жив. Но, тем не менее, я все еще жив, и так сложилось, что я не смогу сегодня быть на вашем концерте. Но я хочу выразить огромное спасибо и Фридриху Робертовичу Липсу, и всем исполнителям, которые будут сегодня играть, я, конечно, не буду их всех перечислять, и особое спасибо Александру Сергеевичу Рыжинскому, ныне ректору Академии имени Гнесина, которую я когда-то закончил, и которой я всю жизнь благодарен, это моя настоящая альма-матер. А Александр Сергеевич написал очень теплые слова обо мне для моего юбилейного фестивального буклета. Я очень скоро приеду в Россию, я надеюсь, мы все увидимся, и я лично всех поблагодарю. А пока вот так из-за океана я вам машу рукой и говорю привет, я вас всех люблю, с наступающим Новым годом, не болейте, пожалуйста, держитесь, и до новых прекрасных творческих встреч. Ваш композитор Александр Журбин. Александр Журбин. Концертный диптих. Исполняет лауреат международных конкурсов Семен Шмельков.
Александр Журбин. Соната номер 2. Ностальгия или соната Квази Уна. Исполняет лауреат международных конкурсов Арслан Алиев. Thank you.
Александр Журдин. Сюита в трех частях. Исполняет лауреат международных конкурсов Мария Власова. Thank you.
Александр Журбин, «Таккато», исполняет лауреат международных конкурсов Иосиф Пуриц.
Александр Журбин. Соната номер 3. Прогулка по нескучному саду. Исполняет лауреат международных конкурсов Сергей Осокин.
завершение концерта звучит концертная бурлеска Александра Журбина в исполнении ансамбля воспитанников профессора Фридриха Робертовича Липса в составе Семен Шмельков, Арслан Алиев, Иосиф Пуриц, Никита Украинский, Владимир Ступников, Рафаэль Сапуков, Ангелина Казнова.
хорошо, да, вот в эту пандемию устроили праздник. Мы заканчиваем сегодня концерт, приглашаем не завтра, а послезавтра, в 19 часов, состоится тоже очень интересный концерт, а сегодня мы просто хотим сфотографироваться. Спасибо, спасибо. Да, спасибо большое, дорогие друзья. Ждем вас послезавтра. Здесь 19 часов.